Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы будем гасить пруд негашенной известью. Сейчас я ее разведу водичкой. Я хочу докинуть туда грамм 200-300 на мой объем. Посмотреть, что будет. Вот сейчас в таком состоянии, потому что вытаскивал биозагрузку, было очень много грязи. Просто кошмар. Откачивали насосом, заливали новую воду. Просто кошмар. Сейчас будем пробовать эту негашенную известь. Сейчас я налью полный прудик. Полный куб. И, соответственно, добавлю в пруд негашенную известь, сюда добавлю. И отключу все насосы и оставлю на до завтрашнего дня. Завтра это все включу. До завтрашнего дня, я думаю, что-то здесь изменится. Как говорят многие, действует быстро, достаточно весной, летом и осенью это сделать, и будет very good. Так, уже налилась. Хороший насос, быстро наливает. Так, сейчас обратно все вставим, чтобы не забыть. Собственно, сейчас сюда заливаем, негашенную сюда заливаем. И оставляем до завтра. Спасибо, что оставляете комментарии, даете дельные советы, скидываете ссылочки на видосики, где с негашенной известью, уже кто делал, показывает результаты. Будет показательно, насколько хорошо работает известь негашенная, На примере такого запущенного пруда, где много органики, много рыбы, много кормежки, и в теплице, где жара, и круглый день солнца. Супер-мега тяжелые условия для пруда, для водоема. А, еще вода, там меньше 26-28, она вообще не опускается. Даже можно еще проверить, сколько градусов. Сколько у нас сейчас тут? 21-20. И он мыть и сколько промывали пруд. Вон 25 градусов. Вода. И то это я вчера наливал сюда, много часов. Много часов наливал холодной воды из скважины. То есть это там вода, плюс 3, плюс 4 градуса. Не знаю, несколько тонн, 2-3 тонны. И то 25 градусов вода. Поэтому многие советуют там определенные вещи, но забывают то, что условия у нас разные. Даже по той же самой воде, то, что 26 градусов у многих вообще в прудиках не бывает, или там в водоемах. А у меня это минимальная температура. Обычно у меня по 28, по 30 градусов вода. Поэтому у меня немного иные условия, у меня тяжелые. Но ничего страшного. Сейчас будем пробовать гасить ее. Так, насыпал я водички. Извести. Сейчас нальем воды. Размешаем. Ё-моё, супер палка мешалка. Чуть-чуть шипит. Посмотрим, говорят, известь убивает еще органику, как-то осаживает ее на дно, насыщается вода кислородом. Я буду только за. Так. Готов. Так, надо сейчас взять какую-нибудь кружку, чем выливать.
И можно приступать. Так, чуть-чуть постояла. Сейчас опять перемешиваю. А то она чуть-чуть выпадает в осадок. Вот. Ну что, заливаем. Давай, рыбка, не болей. Говорят, нужно побольше, где еда. Туда тоже. Сюда тоже пойдет. Давай-ка. Кубик тоже это. Отлично. Посмотрим, на что химия готова, способна. Молочко. Вот так. Давай, прудик, не болей. Расти большой. Так, неудобно. Ладно, сейчас так выльем. Ну что, ждем завтрашнего дня и посмотрим, как что будет. Вот, оставляю прудик пока без, блин, белые пятнышки. Придется отмывать плитку еще. Ладно, ничего страшного. Вот, короче, до завтра ждем, что будет с прудиком. Надеюсь, рыбкой ничего не будет.